Так, Илья, еще раз добрый вечер уже. Так, сейчас я кратенько по сайту пробегусь. Здесь тоже есть немножко моментов, которые я из Яндекс.Метрики не просто сам как бы придумал, а там посмотрел, проанализировал, ну и то так, мельком. Ну, допустим, существует такое понятие, как Яндекс.Метрика, то есть ставится счетчик, и, соответственно, при клике происходит запись на веб-визор. Вот, если знакомился с этой Яндекс.Метрикой, то при входе вот так получается. И заходишь, здесь можно посмотреть, смотрим за месяц, сколько было посетителей. Вот это праздники красным обозначено. Новые посетители, значит, источник трафика, отказы. Вот здесь сразу бросается цифра большая, отказы. Отказ — это когда человек заходит на сайт и уходит с него, не прокрутив там, не проскролив, нисколечко даже там, ну, то есть зашел и вышел. Тут получается цифра 24%, то есть почти 25%. То есть получается каждый четвертый сразу уходит с сайта. О чем это может сказать? Это может сказать, первое, о том, что это человек, который зашел по рекламе и... А вот здесь по источнику трафика мы смотрим, что большинство, вот это зелененькое, это переход по рекламе. То есть большинство посетителей зашло по рекламе. Отсюда делаем вывод, что отказы идут из-за того, что приходит нецелевой трафик. То есть составлена неправильная рекламная кампания. То есть получается вот на основе вот этих двух факторов, источник трафика и отказы, мы можем сказать, что отказы обусловлены за счет того, что приходит нецелевой трафик. То есть приходят люди по поисковым запросам, которые, скажем так, сайт их не подходит к этому сайту. Вот. Ну, конечно, очень мало еще трафика, то есть сразу об этом судить нельзя. Но все равно к этому нужно присмотреться, прислушаться. Глубина просмотра, ну, глубина тут, что можно сказать, тоже низкая. Время на сайте тоже низкое, то есть получается 1 минута. Ну, человек не задерживается, то есть его не интересует. По возрастным категориям тут еще рано судить. Есть еще разделы, тут адреса страниц. Страницы — это понятно, что откуда человек зашел. Здесь сайт лендинга на страничный, то есть всегда будет стопку. Последняя поисковая фраза. То есть кто в Яндексе какую фразу поисковую выводил. Здесь вводили, видно, стоп-клоп 96, дезинсектор и лесной, дезинсекция и дератизация. Что-то там стоимость, качканар, даже такая фраза есть. И по ней вот, ну, как бы заходят люди. Ну, то есть, что его интересует, может быть, не как избавиться от клопов там или найти службу, а просто в качканаре узнать стоимость. Ну, в принципе, именно в качканаре. Ну, поэтому сразу уходит, что город лесной. Ну, может быть, не сразу, может задержаться. Так, что еще хотел сказать по этому вопросу? Здесь, кроме этого, имеется еще так называемая карта. Вот, существует, то есть она формируется после того, как произошло определенное количество кликов на сайте. Вот, допустим, есть карта ссылок, карта кликов, карта скроллинга, аналитика форм. Здесь я уже смотрел, поэтому открылась сразу на аналитике форм. Здесь форма, как заполнялась эта форма, вот она обведена, первая форма. И получается, посещение 3, не заполняли форму 2, не отправили 1, то есть получается практически и
конверсия формы 0. Теперь смотрим форму номер 2. Вот она. Здесь вообще нет данных. Форма номер 3. Тоже данных нет. То есть люди заходят и сразу же на первой форме кто-то там какие-то действия делал, видимо. Вот не отправил один. Не заполняли форму 2. То есть, может, щелкнули по ней, допустим, кликнули вот так, а заполнять не стали. Теперь дальше существует карта ссылок. Ну, то есть, как, так как на сайте ссылок нет, то есть она, в принципе, здесь пустая. Вот. Здесь ссылки не обозначены. Так бы они подсвечивались разным. Ну, вот это вот есть ссылка, но она... Не знаю, красненькие вроде подсвечены. Но она не подсвечивается. Карта кликов – это куда кликали клиенты, люди, заходившие на сайт. Вот видно, вот клик по форме. То есть, куда они именно кликали. Вот. Здесь меню нет, поэтому, как обычно, на первой странице вот это меню все закликано. То есть там пишется преимущества, анас и так далее, и тому подобное. Другие все возможные. Вот наше преимущество, допустим, лучшие специалисты, допустим, уничтожим. Ну, это вот по этим кто-то кликал. Думали, что может попадут куда-то. Здесь вот рассчитать стоимость. Кликали тоже. Так, что еще где? Ну и создание, продвижение сайта. Так, теперь еще что есть. Карта скроллинга, это поинтересней. Здесь уже загружается карта скроллинга. То есть, как, где человек останавливался при заходе на сайт. Вот она отражается общая. Справа, вот здесь вот внизу, в правом нижнем углу. По цвету можно смотреть. То есть, если, допустим, синий цвет, значит, здесь моментально человек уходил. А там, где он останавливается, это обычно красный цвет. Желтенький хорошо, зелененький похуже, синий совсем плохо. Вот такая градация. То есть смотрим. Вот на первой странице вот все выходят сюда. Дальше потом они, конечно, быстрее скроллят. Здесь они еще быстрее. Специалисты их не интересуют. Потому что тут ни имени, ни фамилии, ни общества. Какие специалисты? Кто там? Что там? В масках все. Здесь они вообще никого, ничего не интересуют. Потому что синий. Вот служба лесной, нижний тураж, желтенькая. Еще здесь синенькая. Тут тоже вообще синенькая. Все синенькая. Вот здесь как мы работаем, это интересует людей. То есть как все происходит. Вот эта формочка. Интересно, получите скидку, видимо, видите телефон и вот этот таймер, кого-то заинтересовал. И все красненькое, и карта, где находитесь. Вот. Ну и в конце тут оно идет уже желтенькое, здесь никто не смотрит, на карту, раз, на карту, вызов специалиста бесплатно. Ну так, карта кликов показал, ссылок все показал, теперь кратенько по сайту. Может быть, я уже сказал, для быстрого перехода на какие-то интересующие моменты человека. Вот здесь, конечно, лучше меню. Меню отсутствует. Заказать звонок присутствует. Это хорошо. Обратный звонок. Можно просто звонок. Телефон есть. Есть дескриптор, то есть название самого сайта. И дескриптор, то есть расшифровка. Тоже хорошо. Уничтожение насекомых в лесном. То есть все это расшифровка. Ну, то есть оно повторяется. В принципе, уничтожение клопов там насекомых. Здесь лучше, конечно, какую-то офер, предложение. То есть, допустим, не просто уничтожение, а мгновенное уничтожение в лесном с гарантией такое-то. Ну, гарантия есть, там цена обозначена. Но вот здесь нужен все равно основное вот это офер, предложение должно быть какое-то такое привлекающее. Так, формочка есть. Ну вот здесь
Лучше, конечно, писать, введите ваш телефон. Вот рассчитать стоимость здесь вообще оно ни к чему. Многие кликают, думают, что это отдельная кнопка, чтобы шел расчет, то есть калькулятор. Здесь, конечно, вот если вводите телефон, то форма должна быть не рассчитать стоимость, а, допустим, если есть калькулятор, то введите телефон, а здесь, значит, получите результаты расчета, допустим, на ваш телефон, чтобы человека, или видите почту, получите расчеты на почту. Но здесь обычно же выходит форма, то есть форма обратной связи, то есть здесь нужно, чтобы соответствовало поле заполнения формы и поле, если вот эта форма, она не ведет на калькулятор, человек кликнет и уйдет сразу с сайта. Здесь, конечно, лучше введите телефон и, значит, отправить, допустим, или обратный звонок, допустим, назвать форму обратный звонок, хотя вот он есть, заказать звонок. Здесь лучше отправить, получите скидку, все правильно, получите скидку, вот она, вот примерно так же должна быть, и вот эта форма выглядит. И здесь человек вводится в заблуждение. Но здесь вот хорошо выгодное предложение. Как-то обозначить, конечно, более ярко, лучше скидку эту 10%. Ее не видно совершенно. Она затерялась где-то здесь. Таймер — это хорошо. Ну, преимущество есть. Да, хорошо. Но на них обычно никто не задерживается. Либо на какое-то уникальное торговое предложение делать, не простое преимущество, а именно то, что не могут повторить конкуренты. Вот. Бесплатная консультация тут пошла. Нормально. Ну вот лучшие специалисты тут, значит, ну кто? А кто это лучшие специалисты? Фамилия, имя, отчество. Или может быть, если два, всего три человека, 2-3 фотографии, и сказать, вот такой, такой, такой. Здесь получается такой шаблонный вид. Это, конечно, отпугивает, потому что люди, которые ищут что-то в интернете, они, естественно, находятся в интернете много и сравнивают, то есть делают мониторинг. То есть может прийти на сайт, посмотреть, тут же кликнуть на другую ссылочку, перейти на другой сайт. Ну, уничтожим любых насекомых здесь, конечно. Так. Ну, список есть, но как-то бы, конечно, просто все, но не знаю, что тут исправить. Для кого наши услуги обозначены? Как-то, может быть, переформулировать по-другому. Заглавие. Заголовок. Ну, здесь что? Текст читается, но как-то все равно не совсем читается, перескакивает. То есть вот так перескакивать нельзя. Картинка слева, картинка справа. Потому что, конечно, последовательно на лендингах делают, но делают это специалисты с определенным умыслом. Здесь сделано так, ну, как бы, немножко шаблонно тоже. Гарантия результата, тоже вот картинка слева, текст справа. Гарантию лучше, конечно, переместить посередине, чтобы она больше внимания привлекала. Потом уже текст сделать. Ну, как мы работаем, слабенько сделан блок. Здесь никаких нет, просто цифры, это ни о чем не говорит, не привлекает внимания. То есть, допустим, оставить заявку, звонить по телефону, здесь телефончик, трубочка нужна. То есть должен быть какой-то иконочка какая-то. И здесь, ну то есть, когда иконочки человек видит, может даже не читать. А здесь просто все по 1, 2, 3, по 4 посмотрят, читать даже не будут. Получите скидку.
повтор, конечно, все это повторяется, можно как-то обыграть, сделать, где мы находимся. Адрес есть, но он обычно все делается в футере, этот адрес. То есть это блок, где мы находимся, делается обычно в самом низу. Человек дошел и больше идти некуда. И карта тут, и где мы находимся, то есть, ну, чуть ниже. Здесь, в принципе. Ну, в общем, вывод какой. Сайт очень выглядит очень шаблонно. И человек, который смотрит другие сайты, других городов, там еще чего-то, заходит сюда, и, естественно, у него возникает такое небольшое недоверие какое-то. То, что это не оригинальный сайт, а такой шаблонный какой-то. Ну и вот эти ошибочки, конечно, лучше избавиться от них. То есть вот здесь офер предложение как-то более конкретно сделать, более призывно. Форму поправить, то есть чтобы это был не расчет стоимости, если его там нет, а как здесь, допустим, получить скидку. Ну и как здесь вот поправить вот этот блок. В общем, есть, если есть возможность, конечно, это делать. И вот я еще хотел спросить, сайт вообще с СМС, то есть с системой управления сайтом, или это просто статичный сайт, который сделали, и на нем ничего нельзя редактировать. Вот. Можно, конечно, я вот могу отредактировать вот это все, если он находится на хостинге и есть папочка HTML, индекс HTML, я, конечно, вот это все могу там отредактировать. То есть поменять название и так далее. Ну, все вкратце по сайту. То есть остальное при телефонном звонке, конечно. Ладно, все, спасибо.